Давай пока это парочку сейчас лет для разгона, для настроения, потом уже аперитив. А, ты то есть перед аперитивом? Да, конечно, это мало, что такое аперитив? Это неожиданно, но у меня первый фифер, который сказал, да что ты, блядь, снимаешь, да давай сначала, а потом как бы поговорим. За сколько продашь игру? Не-не-не-не-не, ты че? За неподкупность, то есть за Екатеринбургский Урал и Грозненский Терек. Здрасте. Между первой и второй. Что? Перерывчик небольшой. Слушай, а когда мне с тобой... Можно я поздороваюсь хотя бы со зрителями? А мы еще играть будем, что ли? Всем привет! Привет, ребят! Мы разогрелись и можем с вами поздороваться. Мы продолжаем второй сезон «Пьяного фифера». Мы продолжаем биться с фиферами, ну как мы. Я. Сегодня у нас в гостях человек, благодаря нику которого некоторые девушки могут себе нарисовать брови. Денчик Фломастеров! Мы будем играть в фифу. Мы будем пить. Ну, человек знает, как расставить приоритеты. Правила игры простые. Если забиваю я, то пьет единственный фифер в этом зале, это ты. Если забиваешь ты, мы пьем оба. То есть, в любом случае, ты сегодня уйдешь шатаясь. Сейчас будет миниатюра «Веселый Денчик». Денчик, да. Ты готов играть в фифу и пить алкоголь? Всегда готов. «Веселый Денчик». Мы сейчас с тобой расскажем, что мы с тобой пьем. Может быть, ты знаешь, как по-умному это назвать. Егермайстер. Умно! Я немножко глубже скажу. Это немецкий ликер, настоянный на травах. Поэтому мы вместе с тем, как пить, будем еще и... Лечиться. Перед тем, как мы с тобой выберем команду, чтобы нам было легче, предлагаю провести аперитив тайм. Я только за. Ну что, за забитые мячи в одну и в другую сторону? Ну не знаю. А то я уже два раза проиграл. Выручай. Ты снова проиграешь. Спасибо, выручи. О, мир. Блин, а он хреновый. Первый человек на земле такой появился. О, мир. Блин, а он хреновый. Не, ну это... За то, что выбрали, да? Можно еще... Так, что выключил, что переключил? Так, я себе настройки управления. А сделай так, чтобы есть настроить проиграть, как бы. Так, ну что, я желаю... А у нас аперитив тайм не было. Точняк. Тот аперитив тайм же не считается. За дружбу. За чью? За пилу, в смысле? О, мистер Усы. Слушай, ну давай по тактике, которую я предлагал. Все в атаку. Все в атаку. Все в атаку. Все в атаку. Неугомонный мужик. А ты решил еще и комментировать? Здесь что ли? У нас выход один на один. Это... Офсайд, понял? Вот она. Вот она! Не надо, брат. Сейчас будет, брат. Сейчас будем пить. Сейчас... Ах ты ж сам... Беги! Не жалей этих стариков! Нет, 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 нет! Слушай, очень интересно играл. Надо выносить. И... Сам нет, можешь! Нет, 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 еще! Нет, 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 да нет, нет, не такое? Надо забивать, не надо! Еще! Не еще! Нет! Да что ж такое? Какая безупречная защита, а Нобка всеми руководит. Я чуть-чуточку уже сикнул, если честно. Испугались? Обосрался. 15 минут, ничего не забиваем. Походу офсайд. Ну я ебну на себя. Вообще не было офсайда? Да ладно, я мог бежать! Какой тупой! Да. Да господи, не могу пройти. На, я просто кто-нибудь, кто играет хорошо в обороне, понял? Вот оно, Кантона, Кантонашечка! Да, да, да! 1-0, и сейчас будем пить. Рубрика «Тост от фифера». Я даю 4 рандомных слова, которые ты обязательно должен использовать в своем тосте. Коммунизм, черепашка, парк и Мстислав. Дорогой Мстислав, наш оператор. Вспомним коммунизм, когда мы вместе с вами были молоды. Когда мы смотрели «Черепашки-ниндзя». Сидели в парке, бухали ягу. А за что выпьем-то в итоге? Выпьем мы за то, что «Черепашки-ниндзя» до сих пор есть, а коммунизма нет. О, это хорошо. Блин, у меня где защита-то? А чё у меня все вообще... А все в нападении, ты что, не знал, что ли, что так играем? У меня Кантона, слово. Я как Басков сейчас буду с тобой... Смотри! Ай-яй-яй-яй, нет! Нет! Да! Я лучший, я лучший! Теперь я один, получается. Да, одинокий волк. Чё-то какая-то странная у меня команда. Не знаю. Да, ты что, не знал, как называется? ФК говно называется. Оп, оп. Танцов,
Ты знаешь, какой я сейчас тебе тост посоветую сказать? Ну? Тост, который вселяет ужас. Тост, который будут цитировать все на этой планете. Тост, который будут записывать даже бабули. Не передумал? Нет. Да до свидули же сделай ты! Все, первый тайм. А, мы еще первый тайм, кажется, не доиграли. Ты прикинь? Итак, сейчас рубрика «Интуиция Фифера». Дорогой Денис, да. У нас есть две кружки, накрытые бумажкой. В одной из них наш прекрасный ягер, в другой яблочный сок. Твоя задача – почувствовать себя пахомом и угадать, ну, в принципе, я не знаю, что бы ты хотел угадать, где яблочный сок или где ягер? Давай я сначала угадаю, давай, а потом скажу, что я хотел. Не смотрим, смотрим друг на друга. Твое здоровье, мужик. Если мне попался яблочный сок, то это не Антоновка явно. Ты смотришь, мой... Пожалуйста. Что? А что он провожал? Что? Зачем? Это не девушка на последнюю электричку, это мяч, который надо закатить. Блин, отличный тренер детский. Вы нас... Да! Это легенда или что? Это легенда. Вот легенда. Все, ваше здоровье. Сидит, бухает в одного. Ой-ой-ой-ой-ой! А как это произошло? А вот так... Да что ж за пасы-то у вас, друзья мои? Перебрасываем! Ну, полети! Блин, Марсело... Да Марсело, иди в задницу. Иди ты в задницу, понял? Ты нет, Марсело пусть нет, идет. Нет, ты пошел нет, в задницу. Марсело! Ты иди. Ты заливай! Да почему? Ну давай забьем, давай да выпьем. Да потому что ты лох! Давай выпьем! Лох! И что надо сделать? Ничего, я не проиграю. Что такое дабл нафиг? Ну, давай, красиво! Да ты чего? Я Спайдер-Супермен! Человек, но паук. Без него мы все как без рук. Может он сеть плести? Нет, не может, он же свин. За то, чтобы во фломастерове никогда не заканчивался спиртов. Что вы делаете, мама? Да мы тебя жрем, говнючка! Извини за мат, блядь, но ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки? Ой, ты смотри. Прошла, наконец. Ну, сука! Ты чё ломаешь-то фифулю? Сейчас, 3 минуты. Бухнем? Да. Ой, сейчас будет, ой, сейчас будет. Сейчас голкипер пойдет. Голкипер пошел! Ты даже не знаешь его имени. Неважно, а я знаю! Равелли! Субавова! Да что ж ты будешь делать-то? Поздравляю. Это было супер. Я думаю, надо выпить за победу. Ты, конечно, играешь плохо. Окей, мне повезло, я играю херово. Но признай, что у меня шутки просто жгут. Не просто жгут, они пинцет. Гипс. Гипс — это левый защитник. Короче, если вам понравился выпуск с Денисом Фломастеровым, пишите обязательно об этом, ставьте лайки. Это было супер.